не буду трогать свое лицо. Я поиграю пару матчей, а потом расскажу, собственно, зачем я это делаю. Если кто-то это смотрит все-таки и напишет что-то в чате, я пока не знаю, как его читать, но по окончанию матчей, наверное, прочту. Играю я в эту мастер-лигу уже довольно давно. PES 2019 вышел в 2018 году. Вот. И основная фишка у меня в том, что я раскачиваю R Джарвиса Регена. Для этого я пошел на многие хитрости. Например, накупил всех центральных нападающих, достойных, чтобы они помогали ему развиваться. Вот. Из 64 он за 3 года раскачался до 74. Во всех моих предыдущих сейвах я... Опять трогаю свое лицо. Во всех моих предыдущих сейвах я доходил до 78, и пока что это был максимум. Смогу ли я вот до 27 раскачать его до 80? Вот эта задача стоит пока что у меня. 98 голов не помогают. Никак не помогают. Уверен, есть какие-то еще хитрости, но мне нравится играть. Я забью сколько захочу, вы забьете сколько сможете. Почему Шальке играет в АПЛ? Это тоже хороший вопрос. На него я отвечу, наверное, чуть позже или прямо сейчас. Да, играю я на обычном игроке. Можно, наверное, переключиться на профессионала, чтобы меня надрали в этом. Потому что так обычно у меня все... Все мои матчи заканчиваются с большим разгромом, так что давайте внесем небольшую изюминку и сыграем на чуть усложненном варианте. Сейчас я выбираю тех, у кого карма позволяет сыграть сегодня. Все парни центральные, центральные нападающие, но так как они очень умные ребята, то вот Йовитич уже научился играть на ЦПЗ, и теперь уже показывается как ЦПЗ, хотя он центральный нападающий. Эвертон называется в оригинальном песне Мерсисайд Блю, вот, но я... Решил все-таки переименовать его в Эвертон и сделал 3 формы в красивый черный. Да, так как я во время матча буду говорить намного меньше, чем сейчас, включу новый альбом Скальпеля «Highlight». Фак, вылетело все. Такое бывает. Сейчас я закрыл Chrome и... Но теперь мы знаем предысторию, и все пойдет намного проще, мне кажется. Предыстория же важна для кого-либо.